Ну что же, друзья, все это было крайнее выступление сегодняшнего нашего фестиваля. И под ваши дурные аплодисменты я прошу все команды и участницы нашей лиги появиться на этой сцене! Немножко совещается. Ну, иди ко мне, пожалуйста, иди сюда. Я выведу его, друзья. Просто посмотрите, это герой сегодняшнего дня. Давай не так сильно сжимай мою руку, а то жена что-нибудь другое подумает. Я просто еще раз хочу тебе сказать огромное спасибо. Вот спроси меня, как мне вообще в городе Заречном? Максим, как тебе вообще в городе Заречном? Вот ждал этого вопроса. Спасибо тебе огромное. Мне нравится. Мне искренне нравится. Я походил, посмотрел. Мне нравятся его жители. Мне нравится то, что здесь ну, как-то по-доброму все. Согласитесь, в наше время как-то сейчас ну, стали злые города. Города действительно злые. А здесь все по-доброму. И я хочу сделать тоже тебе добрый подарок. Сашенька, выйди, пожалуйста. Закрой глаза. Я хочу тебе подарить вот этот замечательный подарок, чтобы каждый раз, когда ты его хавал, ты вспоминал обо мне. Повернись. Ты мне тоже дашь ответное обещание. Ты пообещаешь, что на следующий этап нашей Зареченской лиги ты обязательно придешь и будешь здесь в первом ряду. Хорошо, обещаем. Смотри. Уважаемые команды, позвольте вас поздравить с состоявшимся фестивалем. Позвольте, наверное, вам выразить, не знаю, свое признательство, что вы пытались здесь, шутились. Ну, все было здорово, мне все понравилось. А самое главное, я хотел бы, наверное, поздравить вас с тем, что вы играете в уникальной лиге, потому что здесь самый воспитанный зритель. Он не уходит до конца выступления. Интересно, кто сегодня победит. Поаплодируйте самому воспитанному. Традиционные слова жюри. Уважаемый жюри, у вас есть там микрофончик, да? Да, давайте вот кратенько, коротенечко, кто что испытал за время этого фестиваля. Владимир Смолев, прошу. Спасибо. Ну, испытал я массу, конечно, эмоций. Во-первых, спасибо, хочу сказать, зареченскому зрителю, самому доброму зрителю в мире. Команда должна хлопать очень сильно, потому что сегодня очень тепло это встретили в этом зале. Ну и, конечно же, всем командам спасибо за работу. Это были нелегкие два дня, да? Не спали, но ели зато вкусно. Звездочки, спасибо, звездочки! Спасибо администрации, департаменту образования за то, что все это смогло в нашем городе реально случиться. Переполняет меня гордость и чувство. Максим, я заканчиваю свою речь. Спасибо всем, друзья! Самый позитивный Владимир Смолев. Андрей Андреевич, пожалуйста, будьте добры, пару слов. Спасибо за Андреевича. Хочу сказать огромное спасибо тому зрителю из Пензы, который представил Максиму наш город. Да, человеку из первого ряда, да? Он из Арбекова. Арбекова — это район Пензы. Да. Спасибо, дружище. Это было классно. Отдельное спасибо от меня лично политеху. Обычно на зареченских КВНах стебутся о зареченское телевидение. В этот раз меня пожалели. Спасибо, что позвали. Вы классные. Я получил огромное удовольствие. Спасибо. Спасибо вам, Андрей. Ольга Владимировна, будьте добры, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за Владимировну. Что-то я не то говорю, что ли? Ребят, спасибо вам огромное. Получил такое удовольствие от того, что я здесь сегодня нахожусь. Порой даже, и на самом деле очень здорово, что не было сегодня вот этих вот оценочных табличек.
чтобы не приходилось там смотреть, оценивать кто-то какую-то такую жилку, какую-то другую жилку. Смотрела все на одном дыхании. Спасибо вам. Максим, вам огромное спасибо, вы прекрасный ведущий. Спасибо огромное. Ну, давайте еще, наверное, Дмитрий Владимирович, хорошо. Спасибо большое за слово. На самом деле, первый раз сужу, первый раз на КВН в Заречном. Хочу сказать, что было так много стопроцентных попаданий в шутку, искренне смеялся. И очень хорошо, что Пенза Заречный, сам я из Пензы, работаю достаточно уже долгое время в Заречном. И вот в перекрестье этих шуток, они, конечно, были реально взрывные. И очень, может быть, с одной стороны, жалко, что вы их не понимаете, но нам очень хорошо и очень смешно, что вы не понимаете. Спасибо, что все так сложилось. Ну, собственно, все. Я думаю, что нужно продолжать и развиваться, будет круто. Спасибо огромное. Друзья, Максим, Максим, а можно еще кое-что сказать? Просто зритель Заречного, наверное, еще пока не до конца понимает важность этого события, потому что сегодня Зареченская лига КВН у нас появилась. Зареченская лига КВН – это дорожка для команд именно из Заречного до телевизора. Сейчас я вам расскажу, как это будет происходить. Зареченская лига КВН, она входит в Пензенский союз КВН. И чемпион Зареченской лиги попадает в финал региональной лиги КВН «Сура», которая в Пензе. А победитель лиги КВН «Сура» уже будет участвовать в Кубке чемпионов региональных лиг, уже где, можно сказать, можно напрямую попасть в телевидение. Правильно я говорю, Максим? Совершенно верно. Вот, прямая дорога из Заречного на Первый канал уже есть. Нужно только стараться работать, а зрителям поддерживать и помогать нашим замечательным командам. Огромное спасибо, Владимир. Ну, друзья, ну, давайте, наверное, все-таки перейдем к итогу игры. И для награждения и с ответным словом на эту сцену я приглашаю Елену Васильевну Аникину, председателя жюри. Thank you.
лучшая женская роль, соответственно. Лучшая актриса Нуждина Мария. Да, и перед тем, как вручить главный приз, друзья, я хотел бы мягко всем командам вручить дипломы за участие. Команде команды «Сибит». Диплом за участие команды КВН «Нова». Команде КВН «Сборная политеха». Команде «Будем знакомы». Диплом за участие команды КВН «Гагарин». Сборная педагогического. Сборная «Ахун». Разные люди. Сборная сельскохозяйственной академии. И сборная ПГУ. Ну, а теперь, друзья, собственно, главная кульминация нашего сегодняшнего дня. Гран-при присуждается команде КВН «Будем знакомы». Ну что ж, друзья, вот такой был наш первый фестиваль. Еще раз давайте поаплодируем друг другу, команды, поаплодируем нашему зрителю. А мы увидимся уже буквально через, ну, короткий промежуток времени. Любите КВН, приходите на КВН, друзья. Всем хорошего настроения! Спасибо за речь!